На протяжении 2 месяцев представители Audi обещали нам дать на тест-драйв этот автомобиль. Но в последний день, когда мы уже собирались ехать, когда мы уже упаковали сумки, заправили машины и сели, они сказали: ребят, извините, мы отдаем и на тест-драйв, ну, давайте как-нибудь потом. Так вот, мы бы не были сами собой, если бы не нашли способ снять для вас этот автомобиль. И сегодня против всех вышеперечисленных автомобилей у нас будет абсолютно новая Audi Q8. Машина повисла на пороге, водитель открыл дверь и теперь не может закрыть. Антон, снимай! Я снимаю. Игорь, изучай пока систему полного привода BMW, пока удобно. И докуда тащить надо? А? Поставить там 5 шагов вперед? Нет, а может быть кто потащит, просто кто уже назад посигналит, типа хорош, да, вот так вот договоритесь. Давай. А вот, просто, нет, не стоит, да, что до старта начать сигналить. Си такой хороший, я передумал, да? Да, ну я думал, что, думаешь, фартук? Подсказки? Да. Приедет лобовой, ничего страшного, не переживай. Поменяю. Действительно. Еле нашли Денису сопернику. Все уже видят, что он научился ездить и боятся ехать. А кто против тебя боится? Сейчас поедем. Ну, какой-то старенький Тауре. Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня прекрасная суббота. Сегодня на улице где-то минус 3. Идет легкий-легкий снежок. Сейчас прекратился. И мы снова приехали с уже полюбившимся вам Гелендвагеном G63. Машина, которая произвела просто фурор в интернете. И сегодня, по вашим многочисленным просьбам, она будет ездить против большого количества внедорожников. Мы сегодня взяли... Ну как внедорожников, как бы там есть внедорожники, есть кроссоверы, есть вообще вот у нас, смотрите, 212 E-класс стоит, то есть я не знаю, к чему это отнести, паркетникам или к внедорожникам. И есть еще небольшой для вас сюрприз, пойдемте я вам покажу. Синего цвета автомобиль с очень интересной красивой оптикой, светодиодной там или матричной, я не знаю, какая там система. Угадайте, что это? Вот ответьте, вот вам нравится расклейка, зачем Audi так обклеивает машину? Вот нравится, как Audi обклеивает свои тестовые машины? Вот тебе, допустим, ты зарабатываешь 1 000 000 в месяц, ты приехал на тест-драйв, и тебе дают такую тачку, ты будешь ездить? Нет, давай посмотрим. Вот, кстати, вообще очень хотелось заострить внимание вот на этом для наших дилеров. Ребята, вот приехал человек, который хочет купить машину там за 5 плюс миллионов рублей. Вы даете ему на несколько дней вот такой автомобиль. Вот лично на мой взгляд, и не только на мой, это настолько стрёмно вот это вот выглядит. Ну дайте вы им просто машину в родном цвете, можете там маленький какой-нибудь шильдик, как в дорогих отелях делают, да, на двери наклейте, что это ваш там автосалон. Ну зачем вот эта порнография? Ну это... Как клоун ездишь. Да, как клоун ездишь, на тебя все пальцем показывают. Некрасиво. Не, я когда ее увидел первый раз вот в этой аптеке, я офигел. Первым поедешь. Да как скажете. Ты маршрут же знаешь. Знаю. Давай какой-нибудь сначала лайтовый, потом пожестче. Меня он один. Он здесь один. Тот, который был на прошлой неделе на соревнованиях для штатных машин, для полноприводных. Я могу его показать, вы его попробуйте. На этих можно. Он слишком ее жалеет. Toyota, она очень надежна. Ей ничего не будет. А он думает, что она из дерна. Здесь? Аккуратно, порог. Нормально, нормально. Нормально? Да, да. Проходишь, все. Шикарно. Прям, прям. Ну как держишь, так и держи. Чуть-чуть правее. Чуть-чуть. Какой-то хруст стоит. Чуть назад и вперед. Давай диск. Давайте алроу загоним. Хорош? Назад и сюда. Лево.
вижу, не вижу, снизу вижу, не буду уже. Давай, толкнем. Не, ну а вот здесь хотя бы, поедь. Вперед, давай. Слушай, какая разница, если назад повис. Зука вообще не заезжала. Все, не надо. Стой, да? Покупай нового. Сам система вот работает, он подтормаживает. Машина сама все делает. Да, да, смело, отлично проходит. Еще чуть спустить. Антон, это тот чуть-чуть подальше. Отойдите, отойдите оттуда, потому что он будет вылетать. Вы думаете, он будет вылетать? Давай, 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 давай. Не входите, никогда не ехали. Стой! Тут надо было посильнее направо. Здесь надо левее. Встать надо назад. И вот здесь ему надо левее. Я кто специалисты? Подсказывайте. Я точно, блядь, бамбе придется. Игорь, подложи ладошку под колесо. Я ж не настолько люблю. А как речь? Давай, мы снимаем. Да-да-да-да. Не надо было тормозить. Да, тормозить не надо. Давай-давай-давай-давай. Вот так вот скилл набивается. Я... Прям аккуратненько, как надо. Страшно очень, в общем. Игорь, изучай пока систему полного привода BMW, пока удобно.
Какая красота, у него полностью лыжа идет сплошная по всем днищам. Ну все, толкайте. Выучили. Давайте все вместе назад толкнем машину. Машина повисла на пороге, водитель открыл дверь и теперь не может закрыть. Видно, кузов чуть-чуть сыграл, перекосило его. Да ничего двери не будет, если он так будет. Она чуть защелкнулась и все. Давай назад. Включи передачу. Как раз он не крутится. Вообще зад даже не будет. А может из-за того, что дверь открытая? Вот он, наверное, на парке ставит. А может быть, да-да-да. Она, да. Да, у меня тоже такой есть на Мерседесе. Но все равно, если еще раз включить, он потом едет. Смотри, вот сзади. И паркинг сразу. Ну, потому что дверь открыта. И написано, зафиксировано откатывание автомобиля. Стандартная ситуация для водителя BMW, я думал, он на это не рассчитывал. Он приехал, мы пообещали ему лайт маршрут. Что мы его не обещали, он знал, что будет жить. Да? Вот сейчас стою на нее, смотрю, испытываю смешанные чувства. С одной стороны, очень красивая машина, высокотехнологичная, ну, не знаю, мне очень понравилось. А вторая половина моих смешанных чувств заключается в том, что на кой, извините, хрен она приехала, если он приехал, постояли, сделали пару фотографий на память и уехали. Это разве тест-драйв? Нет, нам такой не интересно. Это ж не владельцу. Я думаю, что проблема, наверное, в дилере, мне так кажется. Потому что машину никто насиловать не собирался. Ничего ломать, там, крушить, отрывать никакие пороги, бампера. Абсолютно спокойная, не знаю, трасса легкая, вы все видели. Машина на пневмоподвеске поднялась, попробовал, не получилось. Ну, господи, отъезжай, никто же не заставляет тебя машину как-то насиловать и что-то рвать там. Ну, запретили, да. Ну, запретили. Ну, мне кажется, это не совсем правильно. Это неинтересный тест-драйв. Игорь, очень в натяжечку, это ж не рывковый трос. Стой, стой, стой. Сейчас бродит одно очень популярное видео на просторах интернета. Унижение Прадика. Нет. Где X5 против Прада, как у меня, зацепились тросами и перетягивали друг друга на снегу. В том видео выиграл Land Cruiser Prado. Сейчас мы попробуем то же самое против Гелендвагена. А Прадик какой там был? А там без подробностей, к сожалению. И докуда тащить надо? А? Поставить там 5 шагов вперед? Быть, нет, а может быть кто потащит, просто то уже назад посигналит, типа хорош, да, вот так вот договорить. Давай. Просто, нет, да, не а? Старта начать сигналить. Ха-ха-ха, Си такой хороший, я передумал, да? Да, ну я думал, что, может, парковки были? У тебя в каске? Да. Ну приведи в лобовую, ничего страшного, не переживай. Поменяю. Чувствительно. Будет топ-контент. Протяни его метров 100. Попробуй. У тебя в каске? Это будет просто топ. Топ-контент. Так, отходим все. Нет,
Так не пойдет, давай еще. Единственное, что спасло Дениса от унизительного поражения, это отсутствие зацепа. Давай переедем вот сюда, на эту полосу. А мы точно так сейчас заснимем. Попробуем. Давай. Может, вообще не на колее? Ну ты рад, Денис? Я сейчас, я гелику не проду. Я чуть-чуть прадика утянул на сантиметр, поэтому победа за гелик. Гелечка моя, я тебе куплю когда-нибудь еще 7-8-10 миллиончиков накоплю и сразу куплю. Блин, я на Авито уже, на Авито авто сижу уже целыми, я не знаю. У меня уже есть любимые объявления, есть самые интересные. Какой он красивый. Я уже даже свои любимые объявления добавляю в избранные, когда спать ложимся, я от жены отворачиваюсь и просматриваю их втихаря. Давайте будем объективными. Гелик меня только что не перетянул, но и это ничего не меняет. Я вам говорю, я каждый день на Авито Авто сижу и смотрю мои любимые объявления. Я уже знаю все цены, все характеристики, биографию владельцев, отчеты по автотеке. Знаю просто уже все. Чуть-чуть поднакоплю и обязательно куплю. А те, кто уже поднакопил, для вас я специально оставлю ссылочку на подборочку на Авито Авто. Ничья пока еще неизвестно. Честно, ничья была. Пока неизвестно, да. Нет. Какая ничья? Ты ж прыгал явно. Внизу горка вообще по-другому смотрится, посмотрите. Здесь, я думаю, постанова. Сейчас будем пробовать парные заезды. Парные? А что нет? Какие парные? По центру диагонал-то жесткая. Ну, сейчас поеду, значит. По центру поедет, ему тяжелее будет, он не заедет. Ты не заедешь вообще. Конечно. Кстати, у Дениса на этой горке больше всего шансов заехать. У него самые большие ходы подвески. А интересный такой подъем. Здесь как бы не важен уровень твоего владения. Тут все зависит от автомобиля. Чем лучше система, тем... Мне кажется, Денис один из лучших конкурентов победить в этом подъеме. Блин, там я спускался.
Попробуй просто держи в пол и все. Пол и едь. О, вторую включай. Вручном первую воткни. Стабилизация включена. Включи. Что ты его так боишься? А кто на финике? Поедет финик? А? Нет. Почему? Ломается. Да что там сломаться? Сломаться нечем. Он старый. Машина бабушки. Самый надежный мотор у него стоит. Бабушка не разрешает. Ты поедешь, попробуй. Бабушка не разрешает. Она мне за кефиром отправила. Кто поедет против прадика? Ну, кто? А что, Елик уехал? С Гелем заедет. А Елик уехал? Не знаю. Еле нашли Денису соперника. Все уже видят, что он научился ездить и боятся ехать. А кто против него боится? Сейчас поедет. Ну, какой-то старенький Таурек. Таурек расстраивает, сегодня слабенько едет. Обычно Миши нету. Вот Миша единственный, кто умеет ездить на Таурек.
общем, мы сейчас приехали на самую такую страшную горку, которую мы нашли среди местных локаций. И сейчас буду ее пробовать штурмовать Mercedes E-класса 212 кузове и Гелендваген G63. Что, будем пробовать? Уж не страшно? Ну, что-то да, первый раз не было так страшно вчера. А сейчас немножко есть. Наверное, потому что народу столько. Я сейчас попытаюсь пару раз. Снегу навело, не едет вообще. Может, и геликом расчистить. Да, пусть может гелик тогда расчистит, а я сейчас... Денис! Прадик здесь 100% ляжет, поэтому надо ехать. Давай снимай. Не, надо, чтобы кто-то прокопал. Давайте гелик пусть прокопает. Давай. Там Мерс не едет, да? Да, конечно, 120 килограмм не что-то весит. Радик, опасность сзади стоит. Не, нафига? Чтоб ты виноват был в случае чего? Она с него очень боится. Говорит, сядь с ними. Я говорю, зачем, чтобы мы вдвоем перевернулись? Она же тяжесть дает. Нет. Мне проще всегда. Я умею. Совет ты все равно же неправильно даешь. Почему? Я только правильно даю. Ну как-то вообще зацепа нет. Ну, что ты считаешь? Бабушка разрешила. Что разрешила? Бабушка ему ехать? Да, разрешила бабушка покататься. Просто по полю развернуться разрешил. Я никогда не видел, чтобы финики где-то ехали. Мерси видел, да. А финики никогда не видел. Когда в Белгород? Там висит одно дерево. Ждем приглашения ваше. Ну, мы так договаривались, поедем. Мы просто хотим компанию, у нас есть Рубикон, который хочет сразиться с Гелендвагеном. Хорошо, сегодня попробуем. Ему не удалось сюда приехать, сказал бы, что... Мы приедем на двух с Воронежем. После выхода видео с Гелендвагеном, которое набрало 6 миллионов просмотров, очень много было вопросов в комментариях, и не только в комментариях, и мне в Инстаграм, и в Директ, и ребятам всем. Все спрашивали, что это за парень, откуда у него такой Гелендваген и чем он занимается. Ребят, если вам действительно это настолько тема интересна, я оставлю ссылку на его сайт, вы не поверите, чем он занимается. Вот сейчас даю вам 3 секунды угадать. Раз, два, три. Не угадали. Он занимается бойлами. Бойлами, да, которые именно для рыбалочки. У него огромный выбор, там больше 60 наименований этих бойл, по 115 грамм, по килограмму, по 3 килограмма, с бананом, со сливой, с, там еще с какой-то фигней. Выбор огромный. Вы же согласны, что Игорь крутой мужик, он делает реально крутой контент, он долбит на своей машине, он ничего не боится, он просто жмет на газ и едет туда, куда мы показываем просто направление. И спустя какое-то небольшое время в этом направлении появляется дорога, которую Игорь прокладывает на своем гелике. Давайте его поддержим, давайте мы пройдем по ссылочке описания, почитаем про его бойло, и он будет приезжать к нам вновь и вновь и вновь и радовать вас новым крутым контентом, который набирает 6 миллионов просмотров. Я хочу это еще раз заострить внимание. Чтобы каждый сейчас нажал на ссылочку и купил пачку бойла. Даже если вы знаете, что это такое, они стоят от 150 рублей. Я думаю, каждый найдет. И Игорь в следующий раз всем скажет спасибо большое.